Я Михаил Пайкин, тренер по импровизации. Я влюбился в своих учениц. Сегодняшний тренинг я буду просто их любить. А вот что парни будут делать, я пока не знаю. Что парни будут делать, пока я буду вас любить? Завидовать. Иди ко мне, иди ко мне. Вот еще одна моя женщина. Две, да, она самая лучшая. Я стул. Да, я люблю, когда ты сидишь со мной рядом. Ну, пофиг, конечно. Хорошо болеть. Так вот, я не позволил себе это. Я всю жизнь мечтал так тренинг провести. Лечь просто и лежать. И чтобы мои ученицы. И чтобы мои ученицы сидели вокруг меня. А парни бы сидели и улыбались. И говорили, как хорошо. Да. Чтобы они не завидовали, а наоборот говорили, блин, как классно, что Миху так любят. Проработка симпатического блаженства, вы знаете? Симпатическое блаженство. О, какие у тебя ножки гладенькие, какие классные. Так бы я никогда бы не разрешил себя, а сейчас пофиг. Так, мне нужна ваша левая рука. Я отдам тебе все. Не стоит лечить? Я все вам отдам, девчонки.